Всем привет! Хотел бы показать особенности ультрабука Voyo V3 версия Wi-Fi. Значит, смотрите, особенность такая, что именно с левой стороны, чтобы вы по ошибке не вставили microSD-шку, а то будете потом с трудом ее доставать, это для сим-карты неактивный слот. MicroSD-шка вставляется справа. Еще одна особенность – это стилус. То есть стилус, который идет в комплекте, он идет разряженный. Будьте очень осторожны. Когда я зарядил в первый раз этот стилус, вынимал microUSB-шный кабель, в итоге этот колпачок черный снова вывалилась вместе с платой. Я с трудом ее заправил назад, пришлось вот эту часть снимать. То есть, когда вынимаете кабель, придерживайте вот эту основу ногтем, либо один раз посадите на нормальный клей, тогда оно будет держаться. То есть, вот это слабая сторона вот этой стилус-ручки. Видно, плохо проклеили китайцы, и поэтому вывалилась у меня основа. USB 3.0 слот я протестировал на карте SanDisk Extreme, не на карте, на USB флешке скоростной USB 3.0. И могу сказать, что USB порт 3.0 здесь реально полноценный, скорость получилась 200 мегабайт на запись и 100 мегабайт на запись, 200 на чтение. То есть реальный скоростной порт USB 3.0. Ну, по сути, это все особенности, о которых я хотел бы рассказать. В остальном ультрабук работает довольно шустро. Единственное, смущает, что рабочая часть дисплея значительно меньше, чем сама крышка. Кнопки здесь отключаются не автоматически, когда вы выворачиваете назад в режим планшета, а вот этой вот кнопочкой. И один еще важный момент, учтите, что кнопка питания здесь очень чувствительная. То есть, когда ложите в сумку, как-то продумывайте, потому что случайно нажмется и будет садиться разряд. Все, спасибо за внимание. Счастливо!